Всем привет! Короче, Максим надо мной издевается. Смотреть нечего. Все идет какое-то незнакомое, не хайповое и так далее. Но Максим вот меня сажает, мне всегда говорят, если вас заставляет, моргайте. Я моргаю, меня заставляет. Вот. И сейчас я опять слушаю его, не знаю чего, вообще не знаю, кто это. Ну, что делать? Сыновья привязали к стулу и придется слушать. НЛО, а нет, сай, выходи. Кто это? Да задолбал меня этот Степа со своими серенадами под окном. Я сняла квартиру повыше, теперь буду жить в спокойствии, в тишине. Только бы оставила отпечаток двух лет, он плавила, захватила дух, бросить и правила. Почему я друг током ударила? Вот такой недуг. Выходи, гулять со мной, выходи. Я дебил, имя твое себе набил. Я б забил, но забыть тебя нету сил. Нету сил, сил, сколько бы я не тусил. Выходи, гулять со мной, выходи. Ты дебил, имя мое себе набил. Я б забил, но забыть тебя нету сил. Нету сил, сил, сколько бы я не тусил. Как война, вместе мы с тобой, война. Я опять допью до дна. Почему так холодно? Ты со мною, как война. Вместе мы с тобой, война. Я грущу дома одна. Почему я влюблена? Ты со мною, как война. Одна погрустить, ты оставила. Никого любить не бы правила. Завтра брошу петь, а тут довела. Во сне приходить ко мне, ла-ла-ла. Я тебя любить, что это заставило? Как теперь с тобою быть, все это неправильно. На луну бы выйти, чтоб тоска оставила. Почему во сне будет ночью все заправила? Как война, вместе мы с тобой, война. Я опять допью до дна. Почему так холодно? Ты со мною, как война. Вместе мы с тобой, война. Я грущу дома одна. Почему я влюблена? Ты со мною, как война. Эх, любовь. Друзья мои, что хочу сказать? Ну, в принципе, песенка неплохая. Единственное, что я хочу сказать, вот эти вот нотки такие, то есть и голос есть и у нее, и у него есть голос, но вот эти вот нотки, которые у мальчика были что-то, ну, лишние такие, русские народные, они, мне кажется, были лишние здесь. А в целом, ну, вот такую историю нам рассказали, почему бы и нет. Сказать, что мне прям вот супер-пупер понравилось, нет. Мне кажется, у них есть потенциал, и они могут что-нибудь интересненькое сотворить, и будет интересненько послушать. Но в целом так, выше четверочки я бы не поставила. И то чуть-чуть с запасом. Всем пока, такая вредная.